Наурыз на побережье Каспия собрал больше 50 тысяч человек. У амфитеатра установили почти 30 юрт и накрыли праздничные столы. Организаторы провели масштабное шествие. В параде приняли участие представители национальных культурных центров региона, трудовые коллективы, спортсмены и студенты. Кроме того, для жителей организовали театрализованное представление. Набережная – традиционно сердце Наурыза в Актау. Главным его украшением стали 27 юрт. Их по особым технологиям изготовили из верблюжьего войлока мангыстауские ремесленники. Здесь все – от порога до шанырака – имеет свой уникальный узор. А чтобы показать гостям праздника атмосферу Великой Степи, организаторы мероприятия создали настоящий караван. Жители региона в национальных костюмах прошли вдоль моря. Открыли шествие спортсмены-лучники верхом на лошадях. Осенью в Астане состоятся игры кочевников. Сейчас идут отборочные соревнования. Пока путевки от нашей области получили 6 человек. Но промежуточные турниры еще продолжаются. Список могут пополнить спортсмены по тогуску малак и единоборствам. Фестиваль Сан-Курак Фест собрал 19 мастериц региона. Они представили больше 1000 предметов домашнего текстиля. Корпе, подушки, одеяла и сумки, сшитые вручную в национальном стиле. Конкурс проходит с 2018 года и возрождает национальные ремесла. Победители получили ценные призы. Каждая из этих женщин занимается шитьем. Это лоскутные шитья. Это не очень простая работа. Здесь обязательно должна быть логика, математический расчет, соответственно, и воображение. На Наурыз мангыстауцы приходят на набережную семьями. И здесь всем есть занятия по настроению, национальные игры, викторины, песни и танцы. А вечером небо Актау озарит праздничный салют. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Актау, 24 КИЗ.